Кетавадуани филибаси. Как, например, то есть его скромность в одежде. Скромность в одежде. Некоторые люди, субханаллах, то есть даже люди, призывающие и так далее. То есть, да, мы знаем, что посланник, алейхиссалату ассалям, сказал, что Всевышний Аллах субхана тааля любит, чтобы милости его были видны на, то есть на человеке, хорошо, то есть на рабе его и так далее. Но вместе с этим, то есть какие-то определенные, что, то есть рамки. وهذه في طعامه وشرابه ونومه وصلاته وعبادته. То есть также не следует за его путь, то есть его пути в еде, в питье, в, то есть во сне, в молитве, то есть и в общем в поклонении. Балюджида фихи ман юзахиду аль-муттабиина лисуннати саллаллаху алейхи ва саллям фи иттибаи фи баъди залик. Более того, есть из них те, которые в принципе, то есть и других учат тому, что как бы, ну, то есть все намного проще. То есть не нужно так чрезмерствовать. В этом можешь не следовать. Это что-то необязательное, это что-то такое-то и так далее. Субханаллах, у людей, братья, что-то желательное, когда ты говоришь, что людям это сунна, это желательное, это необязательное, он понимает, как это что? Как это то, что не нужно делать. То есть как будто бы в этом нет нужды в принципе. То есть посланник, алейхиссалям, для чего этому нас научил? Хорошо, это не является обязательным, но вместе с этим, этому нас научил посланник, алейхиссалям, пророк, алейхиссалям, призывал к этому. Аллах, субханаллах, любит это не для того, чтобы ты говорил, что это что-то необязательное, как будто бы это что-то ненужное или же наоборот нужно это не делать. Нет, желательно это значит, надо это делать. Но если ты это не сделаешь, не будет на тебе греха. Вот что это значит. Это надо делать. Стараться, стремиться к этому нужно. Но вместе с этим, если ты этого не совершишь, нет на тебе искупления и нет на тебе греха, если ты только все вместе желательное не оставишь. Или же большую часть и так далее. Но если ты что-то из желательного делаешь, да, то есть упущение в каких-то желательных вещах, не, то есть сулит с собой что? Именно наказание от Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. И как будто бы эти люди, что, им уже обещан рай, и просто что, они говорят, ну ладно, ну чуть ниже степень возьму себе. Как будто бы ты уже уверен, субхана, что ты туда войдешь, валлаху мустан. На. То есть они что, то есть относятся к этому как-то, то есть не серьезно, хорошо, то есть или же призывают людей, чтобы, то есть относились к этому несерьезно.